Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару вешаки пасинду бевачу. Патитананг павуне бхавишна бебхьо наму нама. Мукан кароти вача ланг пангун ланг хетгирим. Ятки патам ханг банди парамананда мадавам. Бриндаван тулсидеббхи пиявай кешава сача. Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девинг сварасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катхо падеш Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти йокта Бхакти Прамодакша Джагод Бараню Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титхас Падам Сива Виранчанутам Сараням Бхитатихам Панатапаль Хавадипутам Банде Махапурусате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качаннамани Чатая Бисфориджита Кемепигабаводушу Адарши Пурнану Рагараса Сагара Сара Мурти Сарадхикама и Кадакипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламбита фужоу канука бодату Сангитаной капитару камала ятакшу Вишам бару дижавару жугодхарма пару Банде жагатпия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам. Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джасва Бадане Лакшмир Джасва Чабакшаши Ясасте Хиде Самбид Пам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Джасьясти бхактир бхагавати акинчана сарабхагунаистатра самасати свара. Хару абхакта шакуто махадгуна мануратина сато дхабато вахи. Джасьясти бхагавати бхактир акинчана сарабхагунаистатра самасати свара. Хару абхакта шакуто махадгуна мануратина сато дхабато вахи. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что если мы смотрим на этот материальный мир с целью захватить его, контролировать, то это становится причиной крепкой привязанности, обусловленности для нас. И вот если мы смотрим на этот мир с желанием его захватить, контролировать, то это становится преградой для нас, оковами. На самом деле, никто не хочет быть контролируемым гуру и вайшнавами. В этом главная проблема. Никто не хочет быть под контролем гуру и вайшнавов. Они хотят быть под контролем своего беспокойного ума. А мы, гауди вайшнавы, хотим быть под руководством гуру и вайшнавов. Но обусловленные души, они никогда не хотят быть контролируемы гуру и вайшнавами. В этом главная проблема. И поэтому они не чувствуют никакого удовлетворения в их жизни. Всегда их ум беспокоен. Они не могут избавиться от этой проблемы. На самом деле, Бхагаван Шри Кришна говорит перед Судама Випрой такие слова. Когда мы получим полное удовлетворение, полную радость, киртанах, что говорится в киртанах, Шрила Бхактивинода Тхакура и Наротама Тхакура. Сарвасва томар чароне шопия, коречи томару гхаре. Туми то Тхакур, томаро кукуро, балия жано море. This kirtan you should do. Мы должны совершать also, эти киртаны и также... Атманиведан туападе кори, хайну парам сухи. Try to understand. Атманиведан туападе кори, хайну парам сухи. Духо дуре гело, чинтана рухило, чодике янандо хери. Мы должны совершать эти киртаны и должны осознать, что вот эти слова, тот смысл киртанов, и вот когда мы предадимся Господу, то мы все увидим в гармонии, в блаженстве, когда вот совершится атманиведанам, и поэтому Кришна говорит, мы можем обрести трансцендентное блаженство, и избавиться от беспокойства, тогда, когда мы полностью предадимся на 100% лотосным стопам Гурудева. Если в обусловленном состоянии, если я хочу спасти кого-то, как это возможно? И вот в обусловленном состоянии, если мы хотим освободить кого-то, это разве возможно? И поэтому я иногда вынужден говорить,
Мы должны совершать баджан, и вот Шрила Прабхупад совершает такой пример, приводит, когда лошадь едет по городу, идет по городу, то эти те, кто этой лошадью управляет, они закрывают глаза с двух сторон. Можно видеть такая повязка на лошади, которая предотвращает, чтобы лошадь смотрела направо и налево, только прямо, поскольку если лошадь смотрит по сторонам, она беспокоится и непонятно, куда едет. А когда ей вот глаза закрыты справа и слева, то она прямо едет. И Шрила Прабхупада также говорил, что мы не должны отвлекаться ни на какие посторонние вещи, а стремиться к одной единой цели. В нашем баджане на каждом шагу мы должны пытаться поддерживать течение бхакти-винод-дары в нашей жизни. Шрила Прабхупад говорит, в нашей посторонней жизни всегда и везде мы должны пытаться поддерживать течение бхакти-винод-дакура в нашем... Мы должны следовать тому, что указал Шрила Бхактивинода-Такура, и тогда мы поймем, что такое харибаджан, мы осознаем это, иначе мы не сможем понять. Шрила Прабхупад говорит, мы должны поддерживать течение бхакти-винод-дары в нашем сердце. И вот без милости Гурупад Падмы, без полной милости, поскольку согласно нашим действиям мы получаем милость Гуру и Вайшнавы, у них нет никакой личной корысти, согласно нашим действиям мы получаем результаты, кого же обвинять в этом. И вот почему мы беспокойны, одна причина, поскольку мы не можем принять все правила и предписания, указанные Гуру и Вайшнавам. Мы хотим оставить что-то себе. То есть какие-то корыстные интересы есть, хотя Рупа Госвами много раз говорит, что мы должны полностью предаться без остатка. Даже через Шри Чайтанья Лилу мы знаем, что мы не можем оставить ничего себе личного. Можно ли жить так? Да, это возможно. Те, кто Гуру Дас, слуги, настоящие слуги Гуру, они могут показать, что это возможно. Они никогда не хотят никаких денег, никакой собственности от Гурудева. Я боюсь, поскольку у нас, поскольку есть Анибхилаш, из-за этого какие-то посторонние желания, из-за этого страх возникает. И поэтому вот мы боимся, если есть что терять. Как, например, я ушел во Вриндаван без копейки от Гурудева. Я ни копейки от него не взял, когда он ушел. Гурудев из этого мира, и это возможно. Я никогда не хотел получить никакой собственности от Гурудева, ни копейки. Я боюсь этого. А почему вы чувствуете слабость? Почему? Поскольку вы игнорируете главное – лабдхарпанам. Все, что пришло в нашей жизни, все, что пришло в моей жизни, я хотел предложить Гурупад Падме. И вот брахмачари, саньяси, они должны отдать все Гурудеву, лотосным стопам Гурупад Падме, а те домохозяева, они в уме должны предложить все. У них не должно быть никакой привязанности. И это главное, почему у нас это...
какая-то дуальная концепция. Мы не утвердились в адвагьян-татве. Все, что приходит в моей жизни, какие-то пожертвования или еще что-либо, будьте уверены, что это должно быть предложено Гурупад-падме. Если у нас есть склонность к наслаждению, то я не стану слаб, и мы не сможем в этом случае говорить Харикатху. И это главная проблема. Лабдварпанам, все, что у нас есть, мы должны предложить это Гурудеву. Почему вы боитесь? И вот большое объяснение этой шлоки. У меня есть, и вот это из-за того, что мы не утвердились в адвагьян-татве, и из-за этой дуальной концепции у нас возникает страх, беспокойство, что делать. И те чистые преданные, можно увидеть, они без... они свободны от всяких беспокойств, поскольку они отдали все лотосным стопам Гурупад Падмы, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, Нитьянанды, и они не боятся ничего. И поэтому это так происходит. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. Если у вас есть Акинчана Бхакти, Lakinchana Bhakti means you have nothing in your life. You cannot deserve that this building is my building, this land is in my name, it is mine. I am not going to lose my, you know, power here, lose my control. Follow what I say. One so-called однажды так называемый преданный грехастха хотел пожертвовать какое-то здание Вамани Госвами Махараджу, но после того, как он дал это, ну, хотел дать это здание, сказал: в этой комнате я тут останусь, буду жить, никто не должен заходить, вот этот туалет отдельный для меня тоже никто не должен заходить. И Ваман Махарадж понял, что у них нет ни привязанности, вот у тех людей, которые хотели пожертвовать это здание, и он сказал, что не нужно мне ничего, я не возьму вас, ничто у вас. И таким образом мы должны всегда быть осторожны. Бхагават Бхакти Акинчана значит, нет никаких желаний, надежд, ни планов на будущее. Все согласно желанию Гуру Махараджа, я все должен делать. И вся помощь, божественная помощь, она придет. Как я получаю божественную помощь от... И все само приходит. Как я, вот Махарадж, например, опубликовал 60 книг без чьей-либо поддержки, поскольку если кто-то зависит от денег в банке, от каких-то влиятельных, богатых людей, и поэтому в Бхагаватам описывается, что те, кто саньяси, брамачари, те, кто находится в отреченном укладе жизни, почему? Касмат бхаджанти, касмат бхаджанти дхама дурбадандхан. Касмат бхаджанти дхама дурбадандхан. Those who are blind, дханамате, бриддамате, те, кто слепы, out of their money power, и те, кто горды своим богатством, образованием, они не хотят определять и думать, кто такие чистые вайшнавы, а кто нет, они слепы и не могут видеть. И поэтому в Бхагаватам во второй части говорится, те, кто
входит в отреченный уклад жизни саньяси и брахмачари, то зачем они зависят от каких-то слепых людей, ослепленных своим богатством? И поэтому такое плачевное положение нашего общества только по этой причине, то, что мы не можем зависеть от Садхгуру, мы не можем зависеть от Нитьянанды, лотосных стоп Нитьянанды, и в этом главная проблема. И вот говорится, те, у кого есть Акинчана Бхакти в их жизни, то все полубоги, они помогают таким людям перед тем, как начать вашу жизнь в отречении. Все полубоги, они пытаются как-то мешать. Все время они пытаются какие-то беспокойства вам принести. Кришна говорит Удаве: «О, Удав, те, кто принимают отреченный уклад жизни, все полубоги, они хотят сбить его с пути. А когда они находят, что есть у такого человека огромная гуру бхакти, его гуру садгуру, то в этом случае они помогают этому человеку, но не до этого. Все трансцендентные качества можно найти в чистых гуру вайшнавах. Все полубоги, они помогают такому устремленному человеку. А те, кто не развивает своего внутреннего зрения, они смотрят только снаружи, смотрят только на какие-то эти посторонние вещи, поэтому они постоянно беспокоятся. А те, кто не преданные Верховного Господа, то есть, если кто-то носит тилаки мало, это еще не признак, что человек вайшнав. Вот смотрите. Те, кто не преданы и только находятся в... носят одежду преданных, и где же возможность, что у них могут быть такие трансцендентные качества в их жизни? That is the main question. We are feeling disturbance. Our mind is scattered. We cannot do Harinam with full attention. We cannot hear Harikatha with full attention. We cannot digest. What is the reason? Because full of tension. И почему это происходит из-за беспокойств, постоянных беспокойств? Прохлад Махарадж уже говорит. Хираньякашипу. Много раз я говорил об этом также. И вот смотрите. Мы не можем верить. И вот по этой причине не все могут полностью довериться гуру и вайшнавам. Вот кто-то сказал мне, что Майавади говорит о какой-то прекрасной философии, и вот какие-то
И как это возможно, что в нашем в нашем обществе много майявади, и согласно Шриле Прабхупаде, мы осквернены майявады. И вот и как в английской этой пословице говорите, говорится, что charity begins at home, то есть благо. Ну, сначала мы с себя должны начать. То есть сначала мы все различные проблемы в нашей стране. А то Махарадж говорит, что в нашей собственной стране, в Индии, так много проблем, а мы пытаемся проповедовать в каких-то других странах. Не лучше ли сначала исправить все проблемы, все недостатки в нашей стране, и потом пытаться проповедовать в каких-то других местах? So let them speak, but they like to speak, and there is also different kind of mixed population. Those who are going to accept this, there is vast market by Mayadevi. There is a so vast market set by Mayadevi. Different kind of thing item you can get according to your desire. Mayadevi decorating вот по влиянию Майи, это Майя, она украсила. Different kind of enjoyment is there. So what are we going to do? Украсила все таким образом, что люди стремятся к наслаждению. И вот, чтобы достичь совершенства, наш баджан, каков наш первый шаг баджана? Это достичь совершенства, наших органов чувств, ума, body, everything. Тело и всего остального. It's called perfection. First of all, we will have to attain perfection. Вначале всего мы должны достичь совершенства. Совершенство значит, мы должны избавиться от влияния Майи. Можете ли вы сделать это? Это очень, это очень просто. Я много раз говорил. Мы должны избавиться от влияния Майи, сатва, раджа и тамагуна, иначе мы не сможем начать наш настоящий баджан. Это первый шаг, который мы должны сделать. И поэтому из Бхагаватам я сказал об этой шлоке. Благодаря преданности, огромной преданности лотосным стопам Гуру Падмы, и вот если и это поможет нам избавиться от влияния Майи. Если вы не сможете избавиться от влияния Майи, как вы начнете Харибаджан? А если вы жизнь за жизнью боретесь с Майей, и не можем ее победить, то как можно начать свою жизнь, если мы жизнь за жизнью пытаемся победить Майю? Кто-то думает, что если он победит Майю, то он достигнет успеха. Нет, это не так. Если вы выбрались из-под влияния Майи, то это только начало. Шрила Прабхупад говорит, после Майя Джая, после победы над Майей, какова ваша, какова ваша цель, что вы хотите делать, поскольку майявади, они тоже в их начальной стадии, они тоже должны избавиться от Майи. Но что дальше делать? Каково ваше решение дальше? Решили ли вы начать совершать Харибаджан? Шрила Прабхупад говорит, победив Майю, что дальше вы хотите делать? В этом главный вопрос. Иначе вы можете опять пасть. Если мы игнорируем служение лотосным стопам гуру и вайшнавов и оставляем что-то своим этим
оставляем что-то ради какой-то корысти себе, это говорит о том, что мы не верим в лотосные стопы Ананта Дева. Кто может поддерживать бесчисленные миры? Разве он не может дать нам немного хлеба для поддержки нас? Зачем мы тогда, как попрошайки, молимся Господу, чтобы Он дал нам вот наш насущный хлеб, как вот христиане молятся после чтения Библии? Они молятся Господу, чтобы Он дал им насущный хлеб, но это с нашей точки зрения глупо, поскольку если мы заняты каким-то такой концепцией, этой материальной концепцией, то глупо что-то другого от Господа ожидать. И вот один поэт-коммунист, он материалист и написал... Я вот в детстве Махарадж изучал это в школе. И вот я обнаружил сейчас, как глупы эти каких там учителя, что такое ересь преподавали вот на Бенгале. Кто знает Бенгали, вот Махарадж произнес, но, к сожалению, многие до сегодняшнего дня не изучают Бенгали. И вот Видьясагара говорил одному иностранцу, что иди изучай Бенгали, потом этот иностранец приехал, начал хвастаться этому Видьясагару, что он изучил Бенгали уже, а Видьясагар, он удивился, как за такое короткое время тот смог изучить Бенгали. И вот он спросил, Джол Хабар или Хабар Джол? Ну, то есть эти два слова очень похожи, а одно значит питьевая вода, а второе завтрак. И вот этот иностранец думал, как же правильно. Говорит, то же самое. А этот Видьясагара сказал, что иди дальше учи. Бенгали не так просто выучить. Это очень такой мягкий язык, и не так просто, но и в то же самое время сложен, как санскрит, и не так просто его выучить. И вот что значит совершенство. Совершенство значит, вначале всего мы должны избавиться от влияния майи, и тогда мы сможем начать харибаджан. Иначе харибаджан не возможен. И мы не можем поверить лотосным стопам, мы не можем предаться и поверить в лотосные стопы Гуру Вайшнавов. В этом главная проблема. Если вы живете сотни миль вдали от Гуру Вайшнавов, все же они могут даровать вам милость. И вот согласно вашему настроению, вы, несомненно, обретете милость. Я могу привести пример с этого материального мира. Вы знаете эти... А вот эти черепахи, они откладывают яйца и потом быстро эти яйца глиной покрывают. Поскольку эти черепахи мужского особи, они могут прийти и съесть эти яйца, которые черепахи женского рода отложили, и вот поэтому они от самцов их закрывают так, глиной. Но мать черепахи, это мать черепаха, она always giving mental hatching. After some days, when the time is almost going to be over, then she can find that tortoise, that all small, babies coming. This way, if in this material world, ну эта черепаха, она как бы это не понял точно, но по-моему в уме она заботится об этих своих яйцах, которые отложила, и таким образом хотим. Сейчас в словаре посмотрю.
А, вот, да, то есть, если мы думаем о Гурдеве, то Гурдев может думать о нас и заботиться таким образом, и таким образом мы будем получать заботу от Гурдева, и мы почувствуем это, и вам не нужно, как сумасшедший, бегать и ездить туда-сюда, в своем месте, где вы живете, в тысячи километров вдали, вы почувствуете, что Гуру и Вайшнава, они с вами, вы почувствуете и увидите, как будто Гуру и Вайшнава, они с вами. Иногда вы можете увидеть это возможно, и вот у нас должна быть полная вера, если мы строим какую-то сеть, как паук. Пауки всегда они, пауки, строят эти сети. Вот мы родились в одиночестве, потом растем в одиночестве, потом и умираем в одиночестве. Ну, Махарадж говорит о человеческой жизни, что человек рождается в одиночестве, потом растет, потом женится с семьей, обзаводится, детей рождается. И, то есть, типа, построить такую сеть. А хотя, если подумать глубоко, с холодной головой, то, что ваша атма, ваша душа, она всегда одна. А, точнее, в одиночестве ваша душа, она всегда одна, она в одиночестве, но вы не одиноки. Параматма, Верховный Господь, Он всегда с вами, если вы хотите совершать баджан. И вот мы на самом деле в одиночестве, поскольку отец, мать, жена, муж во время смерти, никто не уйдет с нами, мы одни уйдем из этого мира. И почему вы не чувствуете, что Гуру, Вайшнава и Бхагаван – это ваши единственные друзья, настоящие друзья, а вы хотите зависеть от каких-то посторонних вещей и строите какую-то сеть, и таким образом вы попадаете в различные проблемы. И не можете принять урок Бхагавад-дхармы. Бхагавад-дхарма – это атма-дхарма, не так просто. Но это в то же самое время очень просто, но все же самое время это очень сложно, поскольку если вы предаетесь лотосным стопам Садгуру, то тогда вы поймете это. Брахмани упасамасрайам. Тасмат гурум прападето. So you will have to approach a Садгуру. Мы должны приблизиться, прийти к Садгуру, и поэтому Вишва Вайшнава Раджа Сабхана хочет даровать нам свет. Она хочет показать нам свет, чтобы мы видели наш путь и продвигались дальше, и никто не смог обмануть нас. Это главное. Вот эти слова значат, что иногда мы находим кто-то очень учен в этом материальном мире, и люди могут сказать, что они пандиты, но у них нет прямого чувства о Харибаджане. Но в этой шлоке говорится, вы должны следовать такому саду, такому гуру, Шабда Брахма и Пара Брахма. Вы должны иметь прямое чувство. И вот Нишнатам значит очень сведущ, поскольку если вы не сможете получить должное руководство, то тогда в этом проблема. Вы будете сомневаться в Гуру и Вайшнавах, поскольку если Гуру не может развеять ваши сомнения, то что это за Гуру? Я уже говорил вам определение Гуру, что любые сомнения, которые приходят в ваше сердце, Гурдев, они могут развеять все эти сомнения, и это их главная обязанность. И вот
Мы должны зависеть от такого садгуру, кто может вести нас должным образом. И как изучать Бхагавад-дхарму от гуру вайшнавов через сева. Мы должны посвятить нашу жизнь, все остальное, лотосным стопам гуру Пад-Падмы, и через служение самосознания оно придет в вашу жизнь. И когда Вриндаванадас Такур говорит, если много, так много свидетельств я привожу из различных писаний, те, кто не примут это, я хочу пнуть их по голове. И кто-то может сказать, что Вриндаванадас Такур, он не вайшнав, иначе как он говорит так, что он может, как он может так говорить, но в Бхагаватам говорится, как изучать Бхагавад-дхарму. Как следовать этой Бхагавад-дхарме? Мы должны принять Гурудева как свою жизнь и душу, как все и вся. Кто-то может получить дикшу формально, но этого мало. Мы должны получить такую дикшу от такого садгуру, который полностью сведущий во всем. И если мы преданы на 100%, то тогда гуру вайшнава не могут вложить свое прямое чувство севы в наше сердце. Если гуру Махарадж, гуру вайшнава не могут передать, вложить чувство севы в наше сердце, то чем вы будете заниматься в вашем баджане? Иногда кто-то спит, харинам повторяет согласно своей воле, но это все не то. Амайя значит без всякой майи, не должно быть никакого влияния майи и анувритья. Мы должны следовать пути Гуру Парампари точно. Анувритья значит, не должно быть никаких этих промежутков. Мы следуем Гуру Пад-Падме, но я могу найти какие-то эти промежутки. Кто-то следует, кто-то не следует, но у нас должно быть непрерывное настроение служения. Анувритья значит, непрерывное вритья. Благодаря которому Верховный Господь становится очень доволен, много раз я говорил. И вот Кришна говорит, я становлюсь очень доволен, что я не могу объяснить вам. Я становлюсь очень доволен Гуру Севой. Вы не можете представить, насколько я доволен, когда кто-то служит Садгуру. И вот если Гурудев доволен, вайшнавы довольны, то автоматически все наше беспокойство, нервозность, это все уходит с нашей жизни. И вот почему Махапрабху гневался на Валабхачарью? Какова причина? Валабхачарья, он великий преданный, но Махапрабху был гневен, потому что он хотел оскорбить Гуру Варгу и оставить себе всю часть ее славы. Он хотел оскорбить Шридас Госвамипада. И поэтому Махапрабху очень разгневался. И вот, когда Махапрабху когда стал очень гневен и очень доволен, вы можете понять это от гуру и вайшнавов.
лично вы не можете понять этого. И вот, вот какой-то Сатирачкан написал одну книгу, Шри Кришна Виджай называется. И Махапрабху был настолько доволен, я не могу сказать об этом, но это не на санскрите, на бенгале была написана эта книга. Шри Кришна Виджай. И Махапрабху, он одно слово нашел там. Но Махапрабху, как Параматма, внутри, в сердце каждого присутствует, он видит, искренним или нет, нет. Махапрабху все видит, что мы думаем и чувствуем. И Махапрабху был настолько доволен, что он цитировал одно слово из этой книги. Нандо-нандон Кришно мор пранонат. Махапрабху speaking himself. И вот Махапрабху сам сказал. Он написал одну книгу. И я нашел там одно такое прекрасное слово, полное преданности и любви. Нандо-нандон Кришно мор пранонат. Вы знаете, пранонат значит? Это это господин нашей жизни и души. И Махапрабху говорит, я продан, я был вынужден продать себя им, поскольку они написали таким прекрасным образом. Нандан-нандан Кришна мор прананат. Когда я услышал эти слова, я буквально продался в руки этого Сатирачкана. Я был очень доволен им. И вот сейчас вы поняли настроение Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Почему они не гневаются на какие-то, на каких-то преданных, и почему они гневаются на кого-то, и есть ли какая-то политика в этом, или какое-то пристрастие. Махапрабху был очень гневен вот в другом случае, поскольку он хотел прославить себя перед Гуру и Вайшнавами, а сейчас это главная болезнь, хуже, чем коронавирус. Очень критическая болезнь. Мы хотим утвердиться, если мы хотим утвердиться, прославиться перед Гуру Вайшнавами, в этом наша главная болезнь. Шрила Прабхупада смог осознать, Гуру Варга не могут все осознать, увидеть, по какой причине мы написали какую-то книгу, почему мы даем лекции. Если наша Харикатха, она для того лишь, чтобы Кришна был полностью доволен, а если наша Харикатха, если наши Харикатхой Кришна и Гуру и Вайшнавы не довольны, то это совсем не Харикатха. Даже простые вещи такие не все понимают. Если наша Харикатха посвящена Верховному Господу, мы пытаемся удовлетворить Верховного Господа, а не делаем что-либо для наслаждения публики. И если мы делаем все для того, чтобы Верховный Господь был доволен, то тогда и только тогда это зовется настоящей Харикатхой. Иначе это не Харикатха. Вы идите, посмотрите на Вриндаван, так много всяких лекторов, можно танцевать от того, как красиво они говорят. Вот кто-то думает, что это Харикатха. Вот один преданный вот рассказал мне, что происходит. И вот он рассказывал, один этот Вакта, этот лектор, поймали его, ну, известный этот, как его, этот вриндаванский этот лектор, и вот его поймали в преступлении каком-то, и вот наша главная проблема, что мы оставляем себе славу, богатство и вообще что-то оставляем себе. А если мы посвятим это все Верховному Господу, то тогда Его могущество придет к нам. И в этом главная проблема, то, что мы
всегда хотим получить ложное уважение, ложное почтение. Мы привыкли получать такое ложное почтение в нашей жизни и чувствуем себя довольными, получив его. И в этом, это, и в этом главная болезнь нашей жизни. Мы хотим получить какое-то ложное почтение, не настоящее почтение, ложное. И поэтому Вишва Вайшнава Раджа Сабхана хотела сделать так, чтобы настоящее почтение получали достойные личности. Но мы все хотим оставить себе что-то, какое-то ложное. Какое-то ложное почтение, какую-то ложную славу, ложный почет, и в этом наша главная ошибка. И вот когда этот Валабхачари, по-моему, он когда хотел прославиться так, но принизив Шридас Госвами Пада, который писал все для удовлетворения Верховного Господа, но Махапрабху очень все понял, и почему Махапрабху был доволен Сатьярадж Канам, а Гунарадж Канам точнее, потому что Махапрабху понял его сердце, насколько прекрасно и мягко было его сердце, насколько он был предан. И поэтому в тот день я был вынужден сказать и объяснить, что Экалабхи, он думал, вот он сделал статую Дроначарьи и поклонился ему. Your subconscious mind is so powerful. If you can master the subconscious mind, you can give anything. И наше подсознание очень могущественно, если его стремить куда надо, то мы можем достичь любой цели во всех этих 14 мирах. Но это не значит, что будет какая-то преданность в этом случае. Вот как в случае с Экалабхи, он достиг такого мастерства в стрельбе, но Гурудев не был доволен им. И вот эти ученые говорят, что если мы сможем поддерживать концентрацию на чем-то, то мы, несомненно, достигнем успеха. И в этом вот секрет успеха. Экалабхи, он никогда не хотел сделать что-то для того, чтобы Гурудев был доволен. Он хотел просто научиться стрелять, но это не было бхакти. А когда Арджуна учился под руководством того же Дроначарьи, он достиг успеха. И вот много людей, они ругают Дроначарью, что он очень корыстен, очень опасен, вот ведет себя плохо. И взял в качестве пожертвования палец этого своего ученика, чтобы тот не мог больше стрелять из лука и стрел. Но причина есть за этим, поскольку согласно Варнашраме у каждого свои определенные обязанности. Экалабхи, он из низкой касты, и согласно его карме, он родился так, и мы не ненавидим его, но все же согласно своей карме, он получил такое рождение, и он должен исполнять свои собственные обязанности, это низкой касты. А он хотел обрести силу, которую должны иметь кшатрии, и в этом главная проблема. Если эта сила, как шудра, если получит силу и могущество брахманов, то это очень плохо, и поэтому
говорится, что шудры не имеют права прикасаться к Упанишадам, к Ведам, а вот только Бхагаватам могут слушать много свидетельств шастр этому. И вот Экалабхья, если вы хотите совершать баджан как Экалабхья, если вы не будете следовать своему Гурудеву, кто следует Гурудеву, а кто нет, как осознать и понять. Махарадж дал такой, и вот Шрила Прабхупад дал такой пример, он дал такую сиддханту. Если мы находим, что вся сиддханта, вся сила гуру и вайшнавов, она явилась в сердце какого-то преданного полностью, и если такой преданный никогда не хотел следовать никакой сахаджи, не шел ни на какие компромиссы, и вот если вы увидите, что весь характер, все идеальное поведение в практической форме явилось в жизни какого-то ученика, одного садгуру, то будьте уверены, что он снигдашишья. Снигда на английский тяжело перевести, это буквально такой подлинный настоящий ученик. Ну, сложно точное значение, но буквально это настоящий ученик, тот, кто полностью получил милость от Гурудева. Тот, кто занял буквально место в сердце Гурудева. И вот пример приводится как с Дхруватарой, то есть тот, кто занял место в сердце Гурудева, не просто место, а одно из ярчайших мест, как полярная звезда. И вот Guru Vaishnava, you need not request. It's an automatic factor. It's an automatic factor. You can say, keep some, keep me, Maharaj, keep some space for. И вот если мы так предались Гурудеву, то автоматически это произойдет. Нам не нужно просить Гурудева об этом. И вот Экалабхья, процедура его этого баджана, может, мы успеха добьемся в каком-то там поле деятельности, но кто следует Гурудеву, а кто нет, в этом главный вопрос. Внешне такой этот документ, его недостаточно. Недостаточное свидетельство. Это что-то внешнее. А внутреннее что? Вы не можете говорить Харикатху, если вы не развили Тринада Пибаву, смирение. Шрила Прабхупад сказал, что говорить Харикатху может тот, кто полностью утвердился в этой Тринадапишлоке. Не утвердившись в этой Тринадапишлоке, кто-то может говорить Харикатху, это бесполезно. Может, это какая-то сухая философия. Это невозможно. Харикатха значит, вы почувствуете какую-то реакцию внутри вашего сердца, но большинство людей хотят наслаждаться Харикатхой. Они настолько неудачливы, что они используют эту Харикатху как развлечение. Когда я вот уже говорил, я изучал поэму какую-то, каким-то поэтом написанную, и там говорилось, что этот писатель ожидает, что вот в эту Пурниму, в день Пурнимы, Шарат Пурниму, или Маги Пурнима, и когда это полная луна в небесах, то тогда мы можем почувствовать сердцем, сколько радости. Мы будем смотреть на Луну и думать о Гурачандре, Гуранге Махапрабху. Но этот материалист, он пишет, что если я смогу обрести эту Луну в небесах, burning bread,
И вот он такой пример приводит, я хочу, чтобы лепешка была вместо этой луны в небесах. Ну, такое глупое сравнение у этого писателя. Смотрите, он пишет, что было бы хорошо, что если это полная луна, если вместо этой полной луны была бы чабати, лепешка какая-то на огне. Поскольку я мог бы это чабати дать каким-то людям, чтобы они голод утолили. И это вот такое материальное там положение. И вот Экалабья, смотрите, он хотел следовать своему пути, но Шрила Прабхупад говорит, что в этом Гаудия Вайшнавском обществе, если мы следуем И вот если мы находим, что вся Сиддханта Шрилы Прабхупады, Гуру Вайшнавов, если она является в практической форме какого-то преданного, то будьте уверены, что он получил полную милость Гурудева. Материалисты, они очень глупые, не могут понять этого. Они неправильно понимают все это. Если вы обнаружите, что вся Сиддханта полностью в практической форме явилась в жизни какого-то ученика, то будьте уверены, что он сник до шиши. Мы гневаемся, когда мы слышим какую-то сильную харикатху, кто-то гневается. А почему? А потому что у нас слабость есть в нашем сердце. Гуру Вайшнавы, они не критикуют никого, но они думают, что они критикуют меня. Это естественно. Я могу пример привести, что однажды Шрила Бхакти Валабхтхирта Госвами Махарадж говорил харикатху в одном этом в матхе, и вот вечером, и вот на харикатхе, и одна женщина очень разгневалась и встала и сказала: «Я знаю, вы про меня говорите». I have no, you know, relation with that lady, but the lady shouting, I know, for you, for me you are speaking. И вот эта женщина начала возмущаться, что вы про меня это так говорите. Ваман Госвами Махарадж сказал на харикатхе, если вы говорите харикатху, и у кого-то есть какая-то слабость, то если эта харикатха задевает чье-то сердце, то этот человек очень гневается иногда и думает, этот Махарадж, вот он критикует меня. Они не думают, что это Сиддханта, но это такова Сиддханта. И вот какая-то слабость у кого-то, какой-то недостаток, они думают, что то про них все говорят, и в этом вот проблема. И также я в тот день говорил, что мы должны понять настроение вот той Пативрата Рамани, целомудренной женщины, каково было ее настроение, как она хотела слушать мужа. В ведической системе, культуре такая... Такое правило, если авторитетная свадьба, то согласно Варнашрама Дхарме, если это действительно виваха случилось, всем правилам и предписаниям следовали, то значение этой свадьбы каково? И вот Пативрата Рамани, она должна служить своему мужу как представителю
не представителю, а она должна думать, что я служу Джанардане Бхагавану в форме моего мужа. И вот в форме моего мужа я служу Джанардане, Верховному Господу. Если она успешна в своем служении в таком ключе, то она зовется целомудренной, как Гангхари или Драупади. И таким образом можно найти, что это Пативрата Рамани Махапрабху пример такой приводит, поскольку это очень важно на пути Кришна Бхаджана. Мораль, этика, нет ничего более важного, чем наша любовь к Шри Кришне. Все остальные факторы, они затмеваются. И вот говорится, что на Бенгале, что только наше глубокое чувство, глубокая любовь, снехасева матрапека. Если вы совершаете служение с полной любовью или нет, или вы делаете просто как работу какую-то, только Кришна, Он ждет увидеть ваше сердце, которое полностью растаяло благодаря любви, поскольку вы хотите найти путь, как вы можете служить Кришне. Пытайтесь понять настроение Радхарани. Радхарани, она всегда в каких-то проблемах, бесконечные проблемы. Приходят джатила, кутила, всякие старшие члены общества, они пытаются всегда какие-то проблемы ей принести, какие-то недостатки найти в ней, не хотят, не позволяют Радхарани служить Кришне, но так или иначе Радхарани, она хочет служить Кришне всегда с великим вдохновением, правильно, даже она хотела обмануть Джатилу, Кутилу, мужа своего. Она хочет служить Бхагавану Шри Кришне. Все время она хочет сделать так, чтобы Кришна был доволен, и поэтому Радхарани, она всегда какие-то трюки делает, чтобы служить Кришне всегда, и какое настроение этой Пативрата Рамани, мы должны понять. И когда я говорю о муже, вы не должны спрашивать, поскольку вот муж Радхарани, он где-то там жил, этот Аянкуш, не ее настоящий муж, в духовном мире нету никакого существования Абхиманью. Его Абхиманью звали Шрила Прабхупад, объяснял Абхиманью. Абхиманью – это тот, кто всегда гнев, полон гнева и беспокойства, поскольку есть какое-то вожделение в нем, как Хираньякашипу, из-за своего вожделения он всегда беспокоился. И если бы не было бы вожделения, то откуда бы гнев тогда возник? И вот Абхиманью, он не настоящий муж Радхарани. Наш муж, единственный муж, это Кришна, особенно для Радхарани. Если я буду обсуждать это, вы должны понять, что нет никакого Абхиманью, Джатилы, Кутилы, Камсы в вечном мире, только в этом материальном мире, чтобы получить такую чарующую лилу, поскольку какие-то проблемы возникают в нашей жизни, что в процессе Харибаджана, то мы больше силы получаем, но проблема то, что мы хотим обезопаситься, как-то найти какую-то стабильность в нашей жизни, но на пути бхаджана нет никакой гарантии безопасности, никакой стабильности. Наша преданность – это наша безопасность и стабильность, и нет ничего иного.
В жизни Рамануджачари, смотрите, многие хотели убить его, и в жизни Шрилы Прабхупады тоже куча врагов была, которые хотели убить его за то, что он говорит об абсолютной истине. И вот Пативрата Рамани служила своему мужу с таким настроением, что она служит Вайкунтхапати. Но когда я говорю о Радхаране, Кришна уже там. Кришна, он муж бесчисленных этих жен, и это их свадьба была ложна, чтобы и вот, когда вот, например, Ямуна Ганга спускается с гор, то можно видеть много препятствий на ее пути. И также, чем больше препятствий будет в нашей жизни, тем больше силы мы обретем. И мы сможем двигаться непрерывно. Если кто-то, есть какое-то это, с препятствием, мы просто перепрыгнем его. И вот на пути Кришна Баджана я могу обсуждать на следующей Харикатхе, как вот на пути Харибаджана мораль, всякие другие вещи, это очень дешевые вещи, а единственное, что очень важно, это наша преданность, наша уникальная преданность, любовь к Шри Кришне. И вот Пативрата Рамани, целомудренная женщина, она хочет служить мужу. Даже если муж говорит всякую ересь, то но все же эта целомудренная женщина, она никогда никаких недостатков в муже не находит и хочет служить, чтобы он был доволен. И таким образом она была вынуждена идти служить вот той проститутке, поскольку это, если эта проститутка будет довольна ее служением, то можно будет мужа привести к ней. И вот такое было, и такое сокровенное настроение служения Гауди, можно найти это настроение у Шрилы Бхактивинода Тхакура, Прабхупады, Гуруваги, Кешава Госвами Махараджа. У всех в их жизни они всегда делали все, чтобы Кришна был доволен, так или иначе. И внешне, если мы находим что-то нелегальное, некрасивое, что легальное и нелегальное, это все из Кришны исходит. Все приходит из Кришны, что легально, что нелегально. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова: если кто-то совершает какие-то грехи ради меня, то все же это дхарма. Дхарма и адхарма – все. Это внешние эти, все внешнее, что такое дхарма, сегодня может стать адхармой. Но Бхагавад-дхарма, она не меняется. Она, мы не можем эту формулу в материальном мире применять. Not about this, you know, shamas dharma, loko dharma, sarir dharma. Есть различные виды дхармы, но мы заинтересованы только в Бхагавад дхарме. Loko dharma, sevasya sadhu purushan johikama trishnan. Who told? Кто сказал, вот Гокарна Махарадж, он сказал такие слова перед своим отцом Атмадевом. Follow. Внешняя дхарма, лок-дхарма, самадж-дхарма, телесная дхарма, социальная дхарма, этическая и все прочее можно найти, самадж-дхарму, самсар-дхарму, какую-то, все различные вещи, они. Но главное то, что
что Гокарна хотел сказать своему отцу. Дармам бача, вот эти слова не при... Мы должны отбросить все обычные эти дармы, они бесполезны. И поэтому Джоду, это Яду Вамса, Яду, эти Джаду было, почему много почтения в Бхагаватам ему оказывается, хотя Джаду наставил своего отца Джаджати и Пуру, а младший сын он последовал своему отцу. И вот, ну, те, кто его одобрил, они не понимают глубинное значение Вед. И то, что он оставил все для своего отца, но это не, неправильно было. И вот говорится в Бхагаватам, что Яду, он наилучший из Бхагавад-дарма-бхакт. На пути Бхагавад-дармы Джаду, он великий преданный. А почему? Хотя внешне он вроде игнорировал просьбу своего отца Яяти, но все же он ему огромное почтение высказывается. Это в 10-й песне Бхагаватам говорится, поскольку он хотел поддержать свою Бхагавад-дарму Севу. Если Яду, он взял бы старость своего отца в обмен на свою молодость, но не совершал баджан, он просто хотел наслаждаться своей жизнью, хотя в то же самое время, если я дам ему свою молодость, то, приняв его старость, я не смогу совершать Кришна баджан, и поэтому я игнорировал просьбу своего отца, чтобы поддержать свою Бхагавад-севу, свой баджан, и поэтому... И Гокарна также сказал Атмадеву, он сказал такие слова: ты должен служить дарме, аж какой дарме? Бхагавад-дарме. Ты должен, если ты должен оставить все остальные тяджи лока-дармы, все лока-дармы, и ты должен служить садху-гуру и вайшнавам всем сердцем и оставить, отбросить все посторонние желания, а не обхилаш. Но я знаю, почему ты не получаете полного результата харикатхи. Потому что вы обретаете сатсангу и асатсангу, потому что получаете сатсангу и асатсангу, вы не получаете полного блага от сатсанги. Прямо или косвенно вы поддерживаете две вещи, сатсангу и асатсангу, и поэтому это нейтрализует друг друга, и вы не получаете результат. Если вы хотите совершать сатсангу всем сердцем, то вы должны... Если вы совершаете сатсангу, вы должны понять, что такое сатсанга, и тогда автоматически вы не сможете совершать асатсангу. Ваше сердце, оно подскажет. Автоматически вы разовьете такое чувство, слушая харикатху. Долгое время вы поймете, вы почувствуете что-то в вашем сердце. Если вы послушаете кого-то, вы поймете, что это какая-то материальная, что-то материальное, а не Бхагавад-катхавы. Но кто-то идет на компромисс, думает, что они тоже вайшнавы, что тоже у них, но кто спорит с ними будет. Но если вы хотите совершать настоящий харибаджан, вы должны совершать только сатсангу
за всю вашу жизнь. Вы должны совершать только сатсангу, и тогда достигнете успеха. А если вы готовы, будучи в обусловленном состоянии, пытаетесь спасти какую-то другую обусловленную душу, то что случится? Как? Мы знаем, что тонущий хватается за соломинку, и мы хотим помочь такому, но не знаем, как плавать. В итоге оба утонем. Обусловленные души, они очень слабые, и их сила очень слаба, и если они приходят к какой-то обусловленной душе, они вынуждены принять что-то от них, но настроение Шрилы Прабхупады, каково Шрила Прабхупада действует как целомудренная женщина, и каково настроение Вишвайшнава Раджа Сабхи и Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, он ясно сказал, что мы приглашаем каких-то важных людей этого общества как гостей нашего собрания, как, ну, как гостей, в общем. Но Шрила Прабхупада, он дает наставление, что мы, несомненно, приглашаем их, поскольку мы получим, они окажут влияние на общество, но это не значит, что мы что-то должны принять от них. Они обусловлены души. Шрила Прабхупада, он не приглашал их, чтобы они говорили Харикатху. Шрила Прабхупада приглашал этих важных людей этого общества, чтобы позволить им слушать об абсолютной истине. Но внешне можно найти, что он приглашал каких-то ученых, губернаторов там, и прочих таких шишек. Но почему? Поскольку они действуют как будто целомудренная жена с того примера из Бхагавата. Шрила Прабхупада говорит, что мы ничего не принимаем от них, но выражаем почтение им только потому, что мы получим преимущество нашей внешней проповеди. А если мы получим преимущество Харибаджана, то тогда можно выразить почтение кому-то. Это мы можем делать. И это зовется... Это зовется таким скрытым вечером. Вот возвышенные преданные в Гауди обществе, в Гауди Матхе, они подобны вот той целомудренной жене с того примера из Бхагаватам, они не думают о себе, они следуют, думают о том, что сделать, чтобы Кришна был доволен. Если какие-то важные люди приходят, то образованные люди тоже подумают, что в Гаудиаматхе такие люди заходят, то наверняка там что-то важное, что-то есть. И давайте тоже пойдем и посмотрим, что там случается, и таким образом у них будет возможность слушать Харикатху от них. И поэтому это этот секрет Харибаджана, как Пативрата Рамани, целомудренная жена, мы должны поддерживать наше служение, мы можем совершать свой Харибаджан согласно этой процедуре, чтобы внешне мы находили, точнее, если мы делаем что-то ради Кришны, и Кришна доволен этим, то если это что-то легальное или нелегальное, то какое дело? Главное, чтобы Кришна был доволен нашей Кришна-севой. Но если вы злоупотребляете этим, то попадете в ад на бесконечное число времени. Не каждый может так заявить. Сейчас, если кто-то говорит, что мы тоже следуем, но нет, это невозможно. Они заняты своей лабхой, пуджей и пратиштхой, не могут использовать такой метод по назначению. Это применимо только к великим саду. И сейчас я хочу вернуться к теме Вишвайшнава Раджа Сабхи, различные разделения вибаг. И первое, в тот день я говорил,
Манут Мандали. Те, кто ищет, стремятся к тому, кому выразить, думают о том, кому выразить почтение. Они вот думают, ищут таких. All the time they are serving. So according to their service, Prabhupada watching from heart, and at the time of Vishva Vaishnava Rasa. А вот имеется в виду, если какие-то преданные вот совершают прекрасное служение в течение года, то в конце года Шрила Прабхупада награждает таких преданных какими-то титулами на этой Вишва Вайшнава собрании Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. И вот и настроение Шримана Махапрабху в то время было таким же, и поэтому находим у многих преданных есть различные титулы, и у спутников Махапрабху можно особенно наблюдать это. И также от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, это была обязанность Вишва Вайшнава Раджа Сабхи давать такие титулы согласно их заслугам. И вот, вот в виде Винод, например, это один из титулов, или Пара Видья Бушан, различные титулы Шрила Прабхупада он давал. И если они принимали это всем сердцем, то автоматически, точнее, если они гордились этим, то они осквернялись, поскольку это уже не было Вайшнава Пратиштха. Шрила Прабхупада, он никакой материальной пратиштхи нам или вам не оказывает. Он хочет дать нам Вайшнава Пратиштху, чтобы предупредить нас. Он давает титул Пара Видья Бушан, чтобы мы были очень осторожны. Шрила Прабхупада, он дает нам такую милость, чтобы указать нам, чтобы мы достигли этих качеств. Maharaj speaking mean Maharaj giving honor to us. When I am speaking, they are thinking that Maharaj giving us honor. They don't know that I am speaking this way because you will have to attain this position. You will have to attain that stage, not that you already get. То есть, если вот Гуру Вайшнава дает нам такие-то титулы, у нас должно быть такое настроение, что мы должны достичь этого положения, а не гордиться этим титулом. И вот Шрила Прабхупада, он раздавал такие титулы. И если кто-то из них не мог переварить это почтение, выраженное Шрилой Прабхупадой, и они гордились этим, то это становилось причиной их падения. Если Гуру Вайшнава не выражает нам почтение, то мы должны должным образом принять это. So Vaishnavi Pratishtha Tate Gaura Nishtha Tahana Kuri Ravi Vira Ugra. So this way, вот таким образом, first Vishva Vaishnava Raja Sabha была возрождена на день явления Вишну Приидеви 4 февраля 1919 года в Бхактивинод Асане, в доме номер один на улице Ультаданга в Северной Калькатте. И после этого Шрила Прабхупад, он каждый год проводил заседание Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. И вот это было во время Гура Пурнимы, в то время все люди со всей Индии собирались, и поэтому он делал в это время это собрание. И вот и мы, к сожалению, привыкли принимать какое-то ложное почтение, поэтому истинного почтения, истинное почтение не каждый может переварить.
И вот потом следующие были преданные, которые проповедовали чистую культуру гауди-вайшнавизма, учение Шримана Махапрабху, его идеализма, его поведения, его характера. И вот те, кто проповедовали, и у них тоже было разделение их группы проповедников. Сначала нампрачарсака. Нампрачарсака значит, они под руководством Нитянанды Прабху, намахаты, и под руководством чистых гуру вайшнавов, как Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур. И какие-то преданные говорили Харикатху здесь и там, совершали киртан, нагар санкиртан и в этой категории. И это зовется нампрачар сакха, и различные эти праздники должны быть организованы таким образом, чтобы не было никаких политических мотивов. Мы должны следовать, организовать Бхагават, Катхух, Киртан и все остальное, и никакой политики не должно быть. Мои ученики... Who is the guru that? Because foolish people they don't understand what is Harikatha, what is not. Many time I protest, many time I protest. You should not allow him to speak Harikatha, Bhagavad Katha. Who permit you, even directly to that disciple? Who permit you to speak Harikatha this way? He is speaking my guru that told. Then after that, that disciple going to provide a big kick in the chest of Gurudev and gone. Because Gurudev is material and disciple is also material. If there is shortage of any facility and honor is going to throw Gurudev. Follow. Махарадж историю рассказывал про отношение, ну, от таких ложных, был какой-то ложный гуру и ложный этот ученик, его тоже такой лицемер. И в общем, они что-то там поругались, и этот ученик оставил Гурудева. So, Nagar-Ishtagashti, Harikatha, и вот Иштагошти, Харикатха, Прабачан, лекции, Нагар-Санкиртан, все within this category. It is called попадает в категорию Нампрачарсакха. И другое это... This is first sub-heading, sub-sakha, I mean group. И второе – это группа проповедников Шаста Прачар Сакха и Шаста Вичар Сакха. И ну вот Махарадж говорит, что мы должны предотвратить, чтобы какие-то недостойные люди проповедовали, не говорили какую-то ересь. Однажды вот Сидда Сваруп Прабху, кто Сидданти Махарадж? Сидданти Махарадж однажды в Калькутте на большой Дарма Сабхе сказал об одном обществе, там эти хулиганы, в этом обществе не какие-то, но они как бы сделали вид, что они какие-то духовные люди, а по факту хулиганами были. И Шрила Кешав Махарадж сказал, что они все эти сапожники, те, перед кем я могу говорить Харикатху. Вот началось волнение в зале. Наша Гурварга, она подобна льву, смотрите. Они не думают, а кто-то здесь обидится. И вот если кто-то говорит какую-то ересь перед публикой, чтобы получить какое-то уважение, какие-то голоса от публики,
И вот кто-то, чтобы набрать популярность, говорит какие-то недостойные вещи, но обязанность Вишва Вайшнава Раджа Сабхи какова, если есть много с различных собраний? И, каково, и какая сабха находится в соответствии с Вишва Вайшнава Раджа Сабхой, вы должны понять, поскольку без любых политических мотивов Шрила Прабхупад был вынужден сказать, что мы не должны ходить здесь и там в какие-то непонятные организации. Кто-то вот спросил, прошел позволение слушать лекцию от какого-то махараджа, но эти люди, они хотя говорят лекции, но у них нет никакого уважения к Гауди Матху и к Шриле Прабхупаде, хотя это может быть какой-то известный проповедник, даже цитирует слова Шри Чайтаньи Махапрабху, но они всем сердцем против Гауди Матха, даже во сне. Они никогда не осмеливались цитировать Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура, но с различных скверных источников они могут тысячи цитат привести. Если послушать их лекции, то можно найти, что если они говорят два часа, то из этих двух часов полтора часа ересь всякую говорят. И все примеры приводят с различных материальных этих областей. Но даже во сне никто из них, из ни одного лектора во Вриндаване, не, даже во сне не представлял такого, чтобы цитировать Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура. Никогда никто не слышал, чтобы они цитировали что-то из Гауди Матха. Они полностью против Гауди Матха. И таким образом, вначале всего вы должны определить, если вы любите Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура, то вы не должны слушать ничего о тех, кто не имеет уважения к Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру, поскольку все, что не связано с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром, это просто ересь и никакого отношения к Гауди Матху не имеет. И я сказал им, да, конечно, можете слушать, но гарантии, что вы какое-то благо получите, я вам не дам, поскольку они никогда не говорят о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру. Но Сиддханту они как бы говорят немного, но о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре никогда не говорят. Из Джайвадхармы могут даже цитировать что-то, но без веры, и это главное. И поэтому Шрила Прабхупад, он говорил, вам не нужно ходить здесь и там. Где вы получите возможность слушать о чистой Гауди философии, о Сарасват Гауди Даршане, если у вас будет возможность, тогда вы можете идти слушать туда. Шрила Бхакти Махарадж говорил, Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж говорил, что можно идти и слушать вот такие места. И и вот, чтобы остановить неправильную проповедь, к сожалению, сейчас противоположное происходит. Вот один махарадж говорит, листит одному, а тот другому. Как один махарадж едет на запад, ехал на запад и сказал, ну, в таком стиле проповедует, что один приезжает, говорит одно, второй говорит второе, и первое никак не обсуждает, поскольку цель в основном собрать денег, а не благо принести обществу.
Но я знаю, Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, он боролся с таким положением дел. Поскольку он придерживался идеалов чистой преданности, не каждый может следовать этому. У многих слабость, не могут возразить, а просто как-то покрывают друг друга. Шрила Прабхупад говорит, что сейчас мы вот, к сожалению, такова практика, что кто-то... Ну, чтобы закрывать глаза на все эти действия других, как какая-то группа людей пришла к Шриле Прабхупаде и говорит, Харикатху-то можете говорить, но про нас-то зачем говорить? Вы говорите свои лекции, нас не трогайте только, нашу тему не задевайте, что здесь и там происходит, но почему нет? А почему так происходит? Да потому что они не хотят исправить себя, а хотят следовать тому, что следует какой-то коррупции в своей жизни. И поэтому так происходит. И вот шастра Прачарсака очень важна. Не каждый может идти на рынок и говорить Харикатху. Но первое, кто сказал, что вот как, то есть если мы говорим о Харикатху, то почему указание, поскольку если кто-то говорит от себя, это плохо, он должен получить указание от авторитетного источника. И вот смотрите, а также относительно переводов, это тоже очень важная тема. Те, кто не получили милость Гуру и Вайшнавов, они не могут переводить должным образом. Могут они язык знать, образование иметь высокое, но настроение Гуру и Вайшнавов понять не каждый может. Поэтому идеальные переводы не получаются. Это переводы — это не то, что может делать каждый. И вот те, кто... Согласно указанию Дживы Госвами Пада или нашей Гурварги, мы должны проповедовать Шастра Сиддханту, мы должны защищать Сиддханта Вани, чтобы никто не мог как-то исказить этот даршан. Мы должны полностью защищать все, и в этом главная обязанность Ишва Вайшнава Раджа Сабхи и в Намахате. Мы не можем позволить, чтобы в Намахату какая-то ересь пришла и осквернила все. У нас все должно быть стерильно, а если какое-то осквернение возникает, то нужно поймать и выкинуть это. А сейчас люди просто покрывают друг друга, закрывают глаза на какие-то очевидные вещи. Но это не критицизм, это вопрос нашей сампрадаи. Если мы хотим продать нашу сампрадаю ради какой-то малейшей протишки, каких-то денег, и вот Шастра Прачарсака – это одна дивизия, вот Шри Кришна Прачар Мандали, вторая – Нам Прачарсака, третья – Шастра Прачарсака. Мы должны защищать всю Сиддханту, публиковать различные книги и журналы о совершенной Сиддханте. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, многие люди начали написать какую-то ересь. И вот иногда происходит... It is a matter of joking. Eh? That man going to give you financial support, so you want to. You can also write on magazine in Gaur Purnima for idiot number one. Eh? He is a material person. He is going to write something.
То Махарадж говорит, что, к сожалению, сейчас единственный журнал, достойный, который поддерживает высокий стандарт, это вот журнал Девананда Гаудиматха на Бенгале. Гаудия Патрика, по-моему, называется, или как-то так. Они поддерживают тот высокий стандарт, а другие опустились очень. Даже если цитируют слова Шрилы Прабхупады, и то не полностью. Вроде, с одной стороны, они что-то от Шрилы Прабхупады публикуют, но обрезано и так, чтобы их, ну, то, что они неправильно делают, это никак не выдавало. И также Шастра Шикха Сакха – это другая дивизия, другая часть проповедников, которые уделяют внимание тем, кто новенький, которые приходят в Гаудиаматх, мы их не должны приманивать чем-то. В своей жизни я тоже боролся с этим. Один Махарадж с Запада приехал, и а я в то время матх поддерживал по милости Гурудева, по какой-то причине я вынужден был делать это. Я обнаружил, что этот Махарадж приехал с Запада, чем там занимался, это другой вопрос, и вот он... Ну вот какого-то он другого преданного молодого позвал, заплатил ему 50 рупий, чтобы он стирал его одежду, ну и такие взятки раздавал, можно сказать. Но это нехорошо. Потом этот же Махарадж начал другой указ этому брамачари дал, что вот он какие-то чапати и молоко принес какой-то женщине, которая с ним приехала с Запада. Я сказал, что нет, не должен этот брамачари этим заниматься, пускай сама приходит и берет. И вот начали, против меня гонение началось. Что делать? И вот в то мы должны ситуацию организовать так, чтобы те новые преданные, которые приходят, если они в общем, их нельзя разочаровывать, если кто-то и вот если мы хотим увеличить количество тех, кто присоединяется к Гаудиаматху, мы должны сделать, чтобы у нас никакого негатива не было, чтобы они, по крайней мере, какую-то силу получили, какое-то вдохновение. Gauriyamat teachings. Not that you are going to make separate teachings, then you are going to break the Siddhanta Prabhupada about giving order. И мы также должны рассказывать им об учении Гаудиаматха. Шрила Прабхупад сказал так, мы должны сделать так, чтобы новые преданные, они получали вдохновение к изучению каких-то новых вещей, нового учения Гаудиаматхи. Вот также Шрила Прабхупад организовал Бхакти Шастра Паричай, экзамен какой-то по Бхакти. То есть преданные в Матхи должны не только есть и спать, а также изучать книги и все остальное. И они не должны быть во тьме, как сейчас. But they like to put them in darkness. It is good for them. So, actually, point is that every year, at the time of, каждый год, во время
явления Шримана Махапрабху, Гора Пурнимы и в день явления Бхактивинода, но сейчас сохранилось только вот раз в году на Гора Пурниму. Раньше два раза это проходило, сейчас один раз. Вот Бхакти Шасти Парикха Правартон, ну, буквально экзамен по Бхакти. И вот новые преданные должны были проходить этот экзамен, если они пройдут, ответят правильно на все вопросы, меньше минимального уровня, они получили какую-то степень, как Бхакти Шастри, например. В то время это было очень важно. А сейчас кто-то может заплатить 10 тысяч рупий какому-то пандиту в Навадвипе и получить сертификат, но в то время не так просто было. Во время Шрилы Прабхупады гораздо строже было. Мы должны были на экзамене появиться, если мы успешны будем, то тогда мы получим этот сертификат Бхакти Шастри и титул Шастри. И вот сейчас это очень редко, мы отклоняемся от пути к Шрилы Прабхупаде, к сожалению. А насколько мы отклонились от Шрилы Прабхупады, мы должны посчитать, чтобы обнаружить текущее такое плачевное положение. И еще Джигьяса Мандали, это те, кто заняты вопросами. Они хотят what is going on actually, like examiner guy coming now, examiner sometime coming to pay his honor you know, visit to school and college. So this way actually, ну, эти буквально эти экзаменаторы, они смотрят, что происходит, на все смотрят, что происходит в Гауди Матхи, какие-то новенькие люди, если приходят, если они видят таких, они спрашивают какие-то вопросы. В моей жизни тоже много людей приходило, я спрашивал у них, и после того, как они отвечали на все вопросы, я смог осознать причину, по которой они пришли. Ну, Махарадж имеет в виду, что в Гауди Матхе должны принимать достойных людей только. Ну, в общем, проверять надо всех. И и вот в то время система была такая, что у нас нет права делать все, что нам заблагорассудится. И вот во время Рупы Санатана, это вот организация такова была очень сильная, если какой-то преданный занимался какой-то ересью, сразу надо было отвечать за все свои действия перед собранием Вишвайшнава Раджа Сабхи, почему он делал то и то, и за чего это, ну, такие действия, которые порочат славу нашего общества. И вот сейчас, к сожалению, такого нету, если кто-то может заниматься какой-то ересью, никто не спрашивает даже, зачем он это делает. И вот, и, к сожалению, сейчас действия Вишвайшнава Раджа Сабхана не действует, как раньше. И вот в то время это была обязанность определенной группы, чтобы они смотрели на все, что происходит в
нашем обществе, зачем мы пришли, чтобы получить дикшу, зачем харинам получаете, нужно было уважительные причины привести. А сейчас никто не спрашивает, и поэтому так много всякого мусора и несоответствия. И четвертое, Пашанда Дамал Мандали. Как-то так, они подобны солдатам. They can crush the head of those demonic character people. Pashanda Dalan Mandali. Pashanda. Prabhupada used to send them. И вот таких людей Шрила Прабхупада отправлял, чтобы разрушить учение каких-то демонических людей. Во время Шрила Прабхупады можно изучить Гаудию и все остальное. Какие-то люди, они критиковали, а вот Гаудия Матха давал должный отпор, должный ответ таким критикам. Кешава Госвами Махараджа и Вамана Госвами Махараджа. Это было практически успешно. Пашанда Дола, любые люди, те, кто писали какую-то ересь о Гаудия Матхе, мы должны дать должный ответ. На всем собрании мы видели Шрилу Шанта Госвами Махараджа, он был на собрании как Сабхапати, председатель этого собрания, и вот он звал какого-то философа, пандита. А этот пандит все говорил о Майаваде только. И вот Махарадж смотрел, ничего не отвечал. И после того, как саба закончилась, Махарадж начал отвечать на все несоответствия, которые этот говорил этот Майаваде. И Майаваде, который сидел рядом с Шантой Госвами Махараджем, Махарадж он взял палку и хотел отлупить этого человека, тот начал возмущаться, зачем вы меня бьете. Но он не собирался, а сделал вид, что хочет его ударить, а тот Майвади испугался, и Кешава Госвами Махарадж сказал, что только что сказал, что ты адвайтавади. И ты боишься меня. Это что значит? Это значит, что ты не утвердился в этой татве. Почему же ты боишься? Если кроме Брамы ничего нету, и я Брама, и ты Брама, и почему же ты боишься? И тогда этот человек, он оскорблен был таким образом. И вот во время Шрилы Прабхупады и Кешава Госвами Махараджа они отвечали достойным образом. Если кто-то писал какую-то ересь против Гаудия Матха, вот как, например, один знаменитый поэт, и Гаудия Матха, он написал протестную статью против него. Он хотел оскорбить Гаудия Матха, и в итоге был побежден. На открытом собрании в суде он был вынужден признать свою ошибку. Он писал о Прабодхананде и Пракашананде, что они одна и та же личность, но и все слушали эту ересь. Не было никого, кто бы мог протестовать, если кто-то протестовал по указанию Гуру и Вайшнавов. Вот я был вынужден написать много книг на эту тему от имени Сарасват Гаудия Санги. Они дали мне указания, но все равно кто-то критикует, говорят, что я баджан не совершаю, только пишу. Но это есть баджан, давать достойный ответ на такие выпады всяких критиков. И это зовется дивизия Пашанда Дол Мандали. Если кто-то говорит всякую майваду или что-то против Гаудия Матха, то мы должны разгромить их. И если подлинная сиддханта Бхагавад-дхарма, если на нее кто-то нападает, то мы должны дать достойный ответ, чтобы они замолчали. И вот в форме Харикатхи, в форме книг, как пример я привожу, Шрила Прабхупада был отправлен Бхактивинода Такура в Балигай.
чтобы он дал должный ответ на это собрание, посвященному браманам и вайшнавам. И вот, ну, кто кому следует. Сейчас ситуация очень такая сложная, никто не хочет выражать почтение друг другу. Раби Дранат Такур написал на Бенгале такие слова, которые очень подходят к текущей ситуации, что каждый думает о себе как о царе в своем царстве и других не слушает, а думает, что он главный. И вот что же за ситуация тогда будет, если у нас нет никакого этикета, ачарона, силы баджана, то мы уважение от других не получаем, но и других не уважаем. Но другие люди могут сказать, что у нас есть какая-то деструктивная склонность. И что значит такая деструктивная склонность? Кто-то думает, что защищать Сиддханту – это такая деструктивная деятельность. Эти люди очень глупые. И вот мы должны публиковать различные книги, журналы, харикатху против всякой критики. Мы должны давать ответы и другое. Другое отделение – это Утсав Мандали. Они должны организовать различные праздники на день ухода, явления Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Это зовется Утсав Мандали. Это их обязанность организовать все праздники и эти праздники организовать таким образом, чтобы те, кто приходили на эти праздники, у них была возможность слушать совершенную харикатху. Это не значит, что у кого-то есть деньги, купили сладости, раздали сладости и пожертвования. Это не бандара, не праздник, не фестиваль. И вот это Утсав Мандали, они всегда заняты организацией таких праздников, чтобы люди, приходящие на них, они еще и какое-то духовное благо получили. Они только пришли, поели, взяли пожертвования и ушли. И вот от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи мы должны делать все, чтобы дни явления ухода Шрилы Прабхупады проходили должным образом, и люди получали также духовное благо. А сейчас, если пойти посмотреть, можно видеть, что никто не хочет говорить харикатху, просто говорят Джай Прабхупад, и все, после арати время кончается сразу, и раздают какую-то еду и пожертвования. Но главный смысл этого департамента Утсав Мандали организовывать праздники таким образом, чтобы люди слушали харикатху и киртаны с лотосных уст чистых вайшнавов, чтобы те, кто приходили на эти праздники, они получали какую-то духовную силу, читбол. И вот таким образом все время у нас есть какой-то департамент, который заведует тем или иным той или иной областью деятельности. И вот парикрама мы тоже должны совершать под руководством Гуру Вайшнавов, а не следовать своему беспокойному уму. Кто-то под именем парикрамы собирает сотни тысяч рупий, часть какую-то тратит, меньшую часть, а большую часть в карман себе кладет. И этим нельзя заниматься. Если мы собираем какие-то деньги для какого-то служения, то и должны тратить на
это служение, а не класть себе в карман или занимать в чем-то другом. Но опять же, если есть какая-то божественная возможность использовать в какой-то благой цели, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он хотел построить алтарную. И какие-то преданные с какой-то части Панджабы отправили деньги, и эти деньги были у Нарота Брахмачари. Бхакти Виган Бхарати Махараджа. И Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж сказал, что смотри, мы должны закончить это служение, и если вы дадите эти деньги, можно использовать их для постройки алтарной, и впоследствии, когда деньги появятся, мы вернем их ну, для другой цели, на которую дали. То есть, то в этом случае как бы можно, если для какой-то божественной цели использовать, а не манипулировать. И вот таким образом различные в различных храмах мы можем организовать различные праздники в дни явления ухода в Гуру Вайшнава, в Виграха Пратиштхи и прочие праздники могут быть, но все это должно быть под чутким руководством Гуру и Вайшнавов. Мы должны Гура Тиртхи, Гура Мандалы также находить и открывать их и обустраивать должным образом. И вот следующий департамент — это вот тех преданных, которые открывают места лилы Господа и ухаживают за ними. И вот Шрила Бхакти Такура этим занимался, но открывал места, где Махапрабху проводил свои лилы. И таким образом, под руководством могущественного Гуру Вайшнавов, Ачари, различные важные места можно обнаруживать, открывать и совершать там служение, и также в различных мантрах под руководством Гуру Вайшнавов можно служить. И это департамент, который этим занимается, Бхакти Ануштан Мандали называется. Бхакти — это очень тонкая вещь. Если вы примете прибежище у аргументов, то тогда ваша жизнь в преданности закончится. И вот от имени Виша Вайшнава Раджа Сабхи, после Джива Госвами Пада Бхактина Такура, Шрила Прабхупад был он Раджпатрой, очень важной личностью, кто организовывал это все. И вот научным образом, и также я могу обсудить в один из дней на следующей Харикатхе все подробно. И вот на сегодня конец, время кончилось. Janakadikavasalasnigdapadam Panamami sadapabhupadupadam Panamami sadapabhupadupadam Panamami sadapabhupadupadam Vanchakalpaturvasikipasindubhavishva Patitanam pavanabhavishnabhyo namo namo